фанаты 31-летней Селены Гомес остались очень довольны последними новостями. Ведь они узнали, что Гомес наконец-то смогла оставить в прошлом свой роман с Джастином Бибером, принесший ей столько страданий. К тому же Селена не стала скрывать, кто стал ее новым избранником. Об этом она сообщила на интернет-ресурсе Pop Crave. По словам певицы, героем ее нового романа стал 35-летний продюсер Дэнни Бланко, заявила Селена. И добавила, что никогда еще никто не обращался с ней так чудесно, как Дэнни. При этом Гомес уже ответила некоторым своим фанатам, которые почему-то остались недовольны ее выбором. Она отреагировала довольно резко, заявив, что если они не в состоянии принять того, кто делает ее счастливой, как никогда прежде, то пусть вообще убираются из ее жизни. Насколько известно, отношения Гомес и Бланко начались в этом году. Причем сначала они были чисто профессиональными.